Здравствуйте, я Вера Сухинина, и сегодня наш урок посвящен подбору материалов, тканей, тех, которые мы будем подбирать для наших тюрбанов. На самом деле это самый такой вот важный момент в создании тюрбана – правильно подобрать ткань. Совсем не любая ткань будет подходить выбранной модели. Что я имею в виду? В первую очередь мы, конечно, разделяем ткани по сезонности: летние, зимние, весенние, летние шелка, нарядные ткани с золотыми нитями. И в выборе мы в первую очередь обращаем на плотность ткани. Если мы говорим о тканях зимних, теплых, я рекомендую сразу бархаты. Бархаты мы тоже выбираем по плотности, по тому, насколько этот бархат будет держать форму, будет драпироваться. И самый теплый, если уже про сезон говорить, конечно, это бархат на основе хлопковой. Вот, например, у меня вот такой вот есть в примере бархат. Смотрите, он такой гладенький, здесь есть немножко вискозы, как раз который придает шелковистость. А основа – хлопок, вот самый настоящий плотный хлопок. Мы проверяем всегда ткань на то, как она сминается, как она, вот я вот так вот могу даже сделать, вот держит она форму или падает. Вот держит, эта ткань прекрасна, она очень хорошо будет держать форму. И модели, например, какие могли бы быть из такой ткани, это, ну, вот на моем манекене вот такая моделька. Посмотрите, какая у нее макушечка интересная. Такую макушечку мы будем делать на курсе старт. Такой тюрбан вот на каждый день, самая, что называется, удобная и самая практичная моделька. Брошь – это брошь из ваших коллекций, может быть, винтажная брошь, как у меня, Трифори. Я очень люблю их собирать, поэтому каждый тюрбан может быть украшен какой-нибудь необыкновенной брошью. Так, что я могу еще показать, какие модели могут быть из хлопкового бархата? Вот, например, такая моделька. Тоже я ее старалась сделать такой, чтобы она была на каждый день, чтобы ее можно было носить часто, чтобы это было удобно. Дальше я покажу еще модельку из хлопкового бархата. Обратите внимание, они все прекрасно держат форму. Они вот просто, как поставишь эту складку, так она и стоит. Это то, что нам нужно в выборе ткани. Это вот самое главное качество ткани. Что касается бархатов шелковых, я вам покажу, какие они могут быть. Вот здесь шифоновая основа, и это шелк, современные итальянские ткани, они добавляют туда, итальянцы добавляют туда вискозу, то есть сочетание шелка с вискозой. Это необходимо для современных качеств, но в то же время его очень сложно отличить от того, который натуральный. Вот, например, вот этот вот, это винтажный бархат на шелке. Видите, тут какая тесьма. Вот он 100% шелк. Здесь чуть, кажется, выше немножко ворс. Он такой, ну, на ощупь просто офигенно приятный. Но не отличишь. Вот современный и винтажный, они и тот, и другой прекрасно подойдут. Но это самая, пожалуй, сложная ткань в работе. Вот посмотрите, я пытаюсь сложить складку. Я ее сворачиваю. Сворачиваю. И она у меня тут же падает. Он тяжелый. И нам каждую, буквально каждую складочку, не просто редкими стежками, а по всей длине складки придется фиксировать. Это очень сложная ручная работа, это мы будем делать только на про. Какие еще теплые ткани? Вот посмотрите, я могу вам показать образец. Ткань
в стиле Шанель. Она достаточно рыхлая, но при этом, смотрите, она форму держит. То есть эти складочки прекрасно будут лежать. Берем. Это зима. Что касается шелков весенне-летних, один из моих любимых шелков – это дюшес. Дюшес считается одним из самых дорогих. Он достаточно плотный, и смотрите, как он прекрасно держит форму. Дюшесы бывают разные. Бывают на мягкой основе, бывают двойные. Тоже такая же сторона, как и лицевая. И их так же, как вот натуральный шелковый бархат, очень-очень сложно собрать в работе. А вот такие вот, которые на тофтовой основе, она такая еще шелестит, вот как потрогаете, она будет шелестеть. Это значит самый удачный вариант для того, чтобы сделать драпировку, и она останется такой, какую вы сделали первоначально. Причем он практически не мнется. Немножечко встряхнули изделие, складочки вернулись назад. Это просто вот волшебный. Он, конечно, дорогой, но стоит того, поверьте. И в работе вам будет легче, и носить потом будете очень долго. Мне нравятся шелка, которые называются дикий шелк. Здесь есть характерные узелки, вы сразу определите, какой это шелк. И они тоже бывают итальянские и индийские. Я бы не стала делать большую разницу. Единственное, что в индийских бывает там проблемы с покраской. Но вы проверяете. В любом случае мы никакие вещи не стираем, наши изделия мы не стираем, только химчистка. Поэтому, наверное, все равно. Еще какой шелк я очень-очень люблю, это классическая тафта. Она с двух сторон матовая. Бывают варианты, как хамелеоны, два цвета переплетения двух нитей разных цветов, и они на разном освещении играют по-разному. Эти ткани просто волшебные тоже в исполнении. И на каждый день в сумку сложить, потом достали, встряхнули. Он такой же слушается, хоть вот даже вот так можно сложить в ладошку, и он будет слушаться. Рукой провели, и все складочки снова на месте. Это вот прекрасный вариант, особенно когда мы не сильно уверены в своих силах и не, еще не дошли до других категорий более сложных. Это вот для начала прекрасно подойдет. Жаккарды. Жаккардовые, например, вот есть такие тоненькие шелк с люрексовой ниточкой. По структуре он очень напоминает органзу. Вы посмотрите, как он слушается тоже. Вот он складки эти держит, мы зафиксировали, и они стоят. То есть у него вот эта парусность, да, тогда, когда ткань сама себя держит, это очень важное качество. Проверяйте, когда покупаете на это в магазине. Что можно еще из жаккардов, как пример вам привести? Вот, например, вот этот вот мой любимый тюрбан, шелк с люрексом. Смотрите, как мы тут завернули, и он прекрасно держит форму. Он достаточно плотный, это вот не прозрачные ткани. И такая моделька тоже на каждый день, на вечер, она очень долго будет служить, и еще ее подарить детям получится. Жаккардовые ткани, которые с люрексом, сторона, вот посмотрите, какой он, как хрустящий. Вот это означает, и она еще драпируется прекрасно. Вот как проверяем. Эта ткань чудесно подойдет. Я уже делала из нее модельки на заказ. Очень круто смотрится. Любимая органза. Очень внимательно к органзе, потому что она бывает разная. Вот, например, эта, она не очень прозрачная, достаточно плотная. Она будет хороша, конечно, в изделии. Смотрите, как она вот крутится, складочки там нет вот таких заминаний, которые как стрелки на брюках, нам такое ни в коем случае нельзя. И он воздушный, мы как его положим,
так он и будет поддерживать форму. Эта органза прекрасна. А вот это, я хочу сказать, не очень удачно. Я покажу вам вот разницу. Она хотя и содержит эту люрексовую ниточку, но она очень тонкая. Вот смотрите, она прозрачная. И она при сминании, вот все, она... Все. Это вещь только для тех, кто уже профи, кто знает, как ухаживать. Это требует особого внимания. Можно из такой ткани сшить тюрбан, но он будет требовать к себе особого внимания, именно вот ухода. Ткани летние, хлопковые. Тут многообразие вообще невероятное. И опять же, свойства, самое главное, парусность вот эта вот, которая в сминании, и возможность драпировки. Вот мы проверяем на драпировку, как мне показать-то. Вот берем в руку и как складываем. Вот этой стороной они как сопротивляются. Можно попробовать в другую сторону сложить. Здесь мне уже больше нравятся эти складочки, они как-то послушнее. Но это мы уже будем с вами на каждом курсе по каждой модельке отдельно проговаривать, какая больше подойдет ткань, как ее проверять вот как раз на эту самую пластичность. Ткани хлопковые, тоже вот которые плотные, немножечко с целлофаном, тоже пойдет. И пойдет и на шапочки, и пойдет на салохи, которые мы так любим. Марлевочка и вот батисты, самые прозрачные такие ткани. Посмотрите, какая прелесть, но шить из нее такой вот высокий тюрбан не получится. И он очень мягкий, складки будут деформироваться, и не будет такого объема, который мы хотим добиться. Но не все пропало. Эта ткань, она хороша будет в модельке с шлейфом. Я вам сейчас покажу пример. И вот это вот тоже ткань, которая марлевочка, вот она такая прозрачненькая. Это, кстати, тоже хлопок с шелком. Вот такие бывают. Мне нравится вот этот эффект сжатости. Для чего? Для того, чтобы у школы она мнется, но мы сможем даже что-то постирать. И если будут, ну, несовершенные складки после стирки и после ухода, то эффект вот этой сжатости, он создаст впечатление того, что, ну, так и надо, да? То есть не будет катастрофы от того, что сильно там что-то поранится. Вот, я хотела показать вам модельку с шлейфом. Это батист итальянский с золотистой, с люрексовой ниточкой. И вот у него вот такой вот длинный-длинный хвостик. Этот хвостик мы можем либо распустить как шлейф. Здесь он, видите, собран вдвое. Есть модельки, которые в один слой, как шарфы, и со всех сторон обработаны. Просто у этой ткани не очень красивая изнанка, поэтому я собрала в такой вот форме. И здесь тоже облегченная макушечка, которую мы можем делать. Мы будем делать такую модельку на старте. Она очень комфортная, очень удобная. Все лето, вот это моя личная, я все лето хожу вот в таком тюрбане. Конечно, я вокруг него делаю дополнительный объем за счет вот этого шлейфа. Что нам еще понадобится из ткани для работы? Конечно, это ткань основа. Я просто показываю вам пример. Посмотрите, она такая хрустящая. Она прекрасно сама себя держит, и уже на нее, на колпачок, который будет выбран под ту модель, под ту форму, которую вы хотите делать, мы прикалываем эти складочки, мы их фиксируем как раз вот на такую основу. Вы же можете бортовку, какой-нибудь плотный хлопок, который можно даже еще и накрахмалить, вот какие-то канва, варианты в магазине плотных, но хлопковых, натуральных тканей выбирайте, их достаточно много. Почему натуральных? Потому что мы говорим о том, что в наших тюрбанах можно ходить долго,
А как можно ходить долго в синтетике? Ну, это ж целлофановый пакет на голове невозможно. Только хлопки, только вот такие натуральные ткани. Что еще хочу я вам сказать? Хочу сказать пару слов о подкладочной ткани. Здесь мы перепробовали вариантов просто множество. И, конечно, начинаешь выбор с классических подкладочных тканей. Сразу говорю, не подойдут. Вот, например, те, которые для пальто, те, которые для жакетов, это много вариантов вискозных, красивых, там с огурцами, там с какими-то орнаментами. Но они гладкие, они скользкие. Я даже вам покажу. У меня есть одна из вот эта вот шапочка. Вот это она у меня дома находится, потому как я ее никому не показываю. Она у меня как вот специально для вас сохранила, показать, что так нельзя. Эта подкладка, она на волосах скользит, она шелестит, очень некомфортно в носке. Шелковые подкладки, которые вот с гладкой стороной, кстати сказать, таких очень много в продаже. Вот такие, вот эта гладкая сторона тоже не поет. Они очень красивые. Можно там сделать будет вообще конфетка, продукт. Но носить вот лично для себя я ни за что бы такое вот не стала. Я пробовала, вот очень-очень некомфортно. Идеальные подкладочки – это батисты, хлопковые, вот в стиле вот таком. Но они могут быть чуть плотнее, чтобы не прозрачные, чтобы нам нашу основу там не просвечивало. Они бывают однотонные, бывают хлопок 100%, а бывает хлопок и шелк 50 на 50. Вот это вот идеальное сочетание. Самое главное, они должны быть матовые, шершавенькие, чтобы на голове зафиксировали и не приходилось беспокоиться, когда вы наклоняете голову, ничего на глаза не упадет. Еще хочу сказать, пожалуй, это последнее. Очень много в магазинах ткани вот такого свойства с эластаном. Они, как правило, тоненькие, но эта ткань нам не подходит. Если уже и тонкая, то желательно без эластана, потому что в работе, ну, вам будет очень сложно ее собрать, совместить со всеми частями, с подкладкой, будете нервничать, это вот, ну, не тот вариант. К тому же она сильно мнется, и также надо делать множество-множество вот объемов, расход ее в 2 раза больше, если уже захотите использовать, и получится, что надо будет делать вот такую вот с хвостиком модель, потому что очень сложно вот такую форму из такой ткани невозможно сделать. Она мнется, она не подходит. Ну, пожалуй, я рассказала о всех тканях, о любимых и о нелюбимых. И дальше нам осталось только выбрать ту модель, которую мы будем делать первой, или пройти по нашим урокам, не забыть сделать домашнее задание. Я всегда на связи. Вы со мной можете связываться, задавать вопросы. И следующий урок я жду вас уже с подготовленными своими идеями и вариантами, которые вы выбрали для работы. Всего вам доброго! Встретимся на новом уроке. Пока-пока!